Всем привет, дорогие друзья! Это ваш самый любимый влог в Ютубе Чернов Creation TV. Ребята, наконец-то я вернулся в любимый город Джирона. Зачем? Да потому что начинается 9-й международный цирковой фестиваль «Золотой слон» в городе Джирона. Вы готовы, друзья? Я готов. Мы начинаем! Ребята, после фурора в 2019 году, на котором участвовало 5 моих постановок, выиграли и 2 бронзовых приза, и 1 золотой, и приз Дюсалея. После фурора 2019 года, 2020 более спокойный. В этом году у меня участвуют 2 постановки. Это «Акробаты на подкидной доске» под руководством Виктора Рощина, дуэт «Jump'n'Roll», и трио «Посельский» из бриллиантового цирка Якутии «Акробаты на русской палке». Целых 2 номера, но я очень рассчитываю, что в этом году год будет не менее насыщенный на призы. Ребята большие молодцы. Желаю ребятам удачи. Ну что ж, пойдемте погуляем по цирковой выставке в Джироне. Покажу вам эту насыщенную выставку, которая каждый год удивляет посетителей этого фестиваля. Пойдем гулять. Ну что ж, зрители идут в цирк, садятся на свои места. Сейчас начнется красная программа, в которой работают ребята на русской палке, акробаты под руководством Саши Посельского. Горячие якуты. Пойдем проверим, как они себя чувствуют. Они, наверное, разминаются сейчас за кулисной части. А зрители садятся на свои места. Ну а Дима вип-вип сейчас быстренько пробежит мимо очереди. Все, пойдемте посмотрим. Здорово. Ну что, готовы? Все нормально? Бодрячко? Готовы. Причесочки сделали, а? Какие? Молодцы. Там Сергей Васильевич ждет. Рядом со мной стоят ребята, акробаты на русской палке под руководством Саши Посельского, извините, Александра Посельского из якутского бриллиантового цирка. Ребята прилетели в Джирону на фестиваль. Ребята, как впечатление? Огонь. Огненные ребята из севера приехали. Ребята, расскажите немного, как вам здесь вообще атмосфера фестиваля? Нравится или не нравится? Атмосфера прям сразу с аэропорта была, чувствовалась, что дружелюбная такая, прям хорошая. Ну, конечно, ребята в 2013 году были здесь, секути и жонглеры три «Антар». И спустя вот только 7 лет приехали мы и вновь представляем свою Якутию, свой цирк. Это же здорово. Спустя 7 лет якуты снова вернулись в Испанию, чтобы ее покорить. Ребята, какой тогда приз выиграли, не знаете? Приз пресса. Они показали, наверное, пресс, да? Выиграли приз пресса. Вы молодцы, я горжусь этими ребятами. Рад очень, что их пригласили сюда на фестиваль. Как раз вы выступили на фестивале в Мамонтенке. Да. Да. После этого ребят пригласили сюда в Испанию. Я искренне этому рад. Искренне рад, что они здесь представляют Якутию, якутский цирк на международной арене. Ребят, желаю вам удачи. Удачи вам. И вам,
и вам. И Якутия, держите за ребят кулачки. L'atracció que arriba tot seguit representa el Saka Diamond Circus de la ciutat de Yakutsk. Diuen que una de les zones més fredes del món, la terra dels esquimals. Sota la direcció artística de Dmitry Chernov, a la barra russa, el trio Voselsky. Ну что ж, ребята, отработали чисто, без единого завала, ребята без жюри работали пассировщиком, парень выходил, пассировал, а сейчас я сказал, чтобы на жюри не было пассировки, и без пассировщика все было, без единого завала, все четко, сейчас пойду поздравлять ребят, ребята красавчики, Якутия должна гордиться ими. Вон, сидят уже в гримерке, устали что ли? Молодцы, четко. Иди сюда, обниму. Сейчас, правда, у меня вся кофта теперь золотая будет от вашего пиджака. Блестеть будешь, ничего страшного. Молодец, молодец. Хорошо, что не придержал такой. Оп-оп-оп-оп. И убежал, молодец. Человек Ти. Все, теперь я блестящий парень. Ребята, ваши впечатления от выступления? Скажите пару слов. Испанский зритель, это просто бомба. Это просто огонь, просто супер. Спасибо. Спасибо испанскому зрителю. Да. Все, отдыхайте, ребят. Мне кажется, уже все ясно. Мне уже все ясно, вы молодцы. Все. Ну, в первую очередь, нам важно твое мнение. Да. Вы справились. Я считаю, вы справились. Молодцы. А уже что там жюри решит, это уже их проблема. Это все уже не важно. Дорогие друзья, рядом со мной стоит руководитель акробатического дуэта Jump'n'Roll Виктор Рощин. Виктора вы уже видели в моих влогах с Висбадена и с Минского фестиваля, но ни разу еще не было так, чтобы я у Вити брал интервью. Виктор, здравствуй. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Виктор. Наконец-то мы встретились и нормально пообщаемся. Чернов Creation TV! Вы большая звезда влогов Чернов Creation TV. Но, возможно, те, кто смотрит мои влоги, тебя не так хорошо знают, как многие. Виктор, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, Виктор? В общем, я руководитель акробатического коллектива Jump'n'Roll. Да, у нас есть номера на джамперах, номера с кольцами, акробаты с кольцами. Акробаты на мини-трампе, акробаты на батутах и акробаты на подкидной доске. А также у нас дополнительные
номер есть «Колесо смерти». Виктор, я прекрасно знаю, что у тебя, я даже и не знаю, сколько у тебя акробатов в коллективе. Я знаю, что у тебя куча составов. Сколько у тебя на данный момент акробатов, коллективов, групп? Походу, Витя сам не знает. То есть в данный момент у тебя, я знаю, работают ребята в ГОП «Варите» в Германии. А другой состав у тебя катается с Багдасаровыми по России. В данный момент они находятся в Волгограде. Да, и вот еще ребята приехали на фестиваль в Испании. И есть люди, которые еще тренируются, которые еще не подготовлены для наших номеров, для наших трюков. Вот. И все, кто желает, и ну, есть рвение стать великолепным артистом, либо руководителем, либо создать что-то новое. Я вас всех приглашаю, особенно мужчин, акробатов, дорожка, батуты. То есть у тебя еще идет поиск, да. И ты всегда в поиске хороших акробатов? Да, именно так. Ребят, ну давайте тогда я снизу в описании напишу контакты Виктора, и вдруг, если какой-то акробат смотрит мой влог, и если вам интересно стать частью коллектива Jump'n'Roll, тогда связывайтесь с Виктором, он всегда прочитает, всегда, я думаю, ответит. Пишите, и будьте частью коллектива Jump'n'Roll. Виктор, мы с тобой на фестиваль Джерону привезли дуэт на подкидной доске. Red. Руководителем номера, который ты являешься, да, назвали его Red. Почему Red? Но это уже, как я речь расскажу, что просто я не заморачивался и назвал его Red. Виктор, немножечко расскажи о номере, об истории номера, о ребятах, которые вот приехали на фестиваль Джерону, которые работают вот дуэт на подкидной доске Jump'n'Roll. Да, у нас в номере участвуют мастера спорта Андрей Беляев. Вот, это большой тренер, большой акробат с огромным стажем. А также у нас сейчас, сегодня участвует в фестивале Кирилл Алексеев. Это парень вообще из паркура, из Йошкар-Олы. Когда приехал в Москву и начал заниматься и тренироваться в зале, он начал очень сильно расти, потому что он увидел перспективу на будущее, увидел свет и то, что его притягивает. Ну что ж, дорогие друзья, зритель садится на свои места. Скоро начнется первое шоу, синее шоу на жюри, в котором работают ребята на подкидной доске. Ребят сейчас там разминаются за кулисами, пойдем их проверим. Как руководителя, ты как считаешь, готовы ребята? Да, готовы, конечно. Несмотря на короткий период. Несмотря на это, мы максимально усилили и максимально сделали так, чтобы это было эффективно. Вот, поэтому ребята готовы и должны выступить очень хорошо. Так что сегодня ребята будут работать уже на жюри. Ребята, мы очень сильно волнуемся. И мы вас верим. Да, и ребятам мы желаем удачи, так что... Сейчас работают аргентинки, и после них сразу уносят фанеру девчонок, устанавливают доску ребят с мазами, и Jump'n'Roll начинает джампить и ролить. А я тем временем сейчас пойду к звуковику, потому что звуковик не очень хорошо запомнил переключение треков, к сожалению. В этом году звуковик новый, и поэтому сейчас пойду объяснять звуковику, как переключать. Точнее, все шоу я буду сидеть у звуковика. Все, я пошел наверх, ребята, и будем смотреть Jump'n'Roll. Все здесь в Испании. Да. Мартин, световик, вот ребята, звуковики. Обратите внимание, какие пушкари теперь. Теперь ребята сидят не за пушками,
А за компьютерами? Молния. На трассе, в цифровом плане управляют пушками. Цивилизация. Uns veneters per a descobrir la creació de Victor Rothschild sota la direcció artística de Dmitri Chernov a la planxa coreana Jean-Pierre Groff. Дорогие друзья, вы, наверное, помните, как в Москве в Союзе цирковых деятелей я организовал презентацию циркового музея под названием «Циркус Ленд» в городе Бесалу, в Испании, под Жироной. Так вот, я уже здесь. Ребята, вы не поверите, но я сейчас нахожусь в том самом замке в городе Бесалу, в котором в ближайшее время будет открыт музей циркового искусства. Мне не верится. И нам, гостям, сегодня Дженису Джуан проводит экскурсию по замку. Давайте все вместе насладимся этим моментом. Пойдем погуляем по замку. Ребята, мне кажется, это лучшее место, которое можно было представить для циркового музея в мире. Ребята позади меня, в будущем будет главный вход в музей, в эти стеклянные двери. Это будет открыто здание до лета 2020 года. И потом в дальнейшем, уже после лета, к концу 2020 года, планируется уже соединить музей с тем зданием, которое чуть дальше. Я безумно горжусь мистером Мотобошем. Безумно рад за него, что ему наконец-то получилось добиться и получить вот это вот здание для циркового музея. Я даже представить себе не могу, сколько было потрачено сил и времени, сколько нужно было вести переговоры, чтобы добиться, чтобы получить это здание для циркового музея.
После презентации в Союз цирковых деятелей я подарил отцовский реквизит, и вот он здесь находится непосредственно в музее. Папа, не волнуйся, он в сохранности, все здесь, все собрали. Ты переживал, что его не соберут без тебя? Нет, папа, справились, собрали пьедестал, мячики. Так что все здесь. Твоя история в надежном месте. Дорогие друзья, рядом со мной находится президент циркового фестиваля мистер Мотобош. Hello, мистер Мотобош. Hello. Он только что провел нам экскурсию по музею, и я сюда приехал не с пустыми руками. Вы знаете, что вышла биографическая книга моего отца, и папа попросил передать мистеру Мотобошу его биографическую книгу. Мистер Мотобош, this is from my father for you. One book is for you, and one book for the museum. Thanks a lot. This is the book called To the Wolf. Okay. And please came with me. Okay. Because I look for you the place where will be finally the book. Okay. What should we do? This is the Russian books. Okay. But we have one part from the jugglers. The jugglers. This is the biography of the big jugglers. Rastelli, Chris Cremo, Raspini, and now Chernov. Yes, it's a big pleasure to that my father's book will be in your museum book collection. Thank you. Друзья, 18 февраля, 8 часов вечера, и через 15 минут начинается гала-концерт с награждением 9-го международного циркового фестиваля «Золотой слон» в городе Джирона. В гала-концерте работают ребята дуэт Jump'n'Roll, закрывают первое отделение, позади зритель заходит в цирк, а мы идем к ребятам болеть за них, волноваться и ждать награждения, и ждать результатов фестиваля. Дорогие друзья, рядом со мной стоит генеральный директор бриллиантового цирка Якутии Сергей Васильевич Расторгуев. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Скажите, пожалуйста, вы вернулись на испанский фестиваль. Вы несколько лет назад, я помню, уже ваш цирк представлял какой-то номер в Испании на фестивале. Да. Это был номер трио «Аттар», наши ребята. А в Жирону я приехал первый раз. Первый раз, да. Да, слышал, и действительно намного шире стало, чем в Тигарисе, конечно. Просторней, ну и масштабней. И город больше, и ярмарка, да, здесь, и город, да? Успел посмотреть. Здесь. Ну и самое главное, наши ребята, да, это не так просто. Трио посельское. Да. То, что попали на этот фестиваль, это уже для нас большой успех. Спустя 6-7 лет, да? Да, напомнить о себе. Ну и, конечно, мы очень благодарны тебе, Дима. Мне, ну, за поддержку, действительно. Все равно не так легко было попасть на этот фестиваль. Поэтому ребята очень достойно выступили. Хорошо, все свои задачи, даже сверх этих задач, выполнили. Я, в принципе, Риме очень, можно сказать, доволен. Мы с вами прекрасно знаем, как сложно попасть на такой, на такой серьезный международный цирковой фестиваль. Да. И действительно, что они приехали сюда и представляют ваш цирк, это действительно большая победа. Выступили они шикарно. Да. Они успели и рассмешить, и удивить, и покорить. Принимали ребят шикарно, я считаю. Вообще, да, на ура. Представили достойно бриллиантовый цирк Якутии. Да. Поэтому еще раз вас поздравляю с успешным участием ребят на международном цирковом фестивале в Жироне. Уруй, айхал. Уруй, айхал. Дорогие друзья, тут произошла неожиданность. Сюда к нам в Испанию приехали ребята, очередной состав Jump'n'Roll, ребята Егор, Марк. Ребята сейчас работают где? В ГУП Варите. Как город называется? Дон. Как вам там работается, ребята? Очень круто. Нормально.
Нормас. Скажите, зачем вы сюда в Испанию приехали? Что вам здесь делать? Мы приехали болеть за наших пацанов. За ваших? Какие за пацаны? Ну-ка поподробнее. Киря, давай, Киря с Ёшки. Киря с Ёшки. Ёшка болеет за Ёшку. А ты, получается... А я за Андрюху буду болеть. За Андрюшку. Не, ну Андрюха тоже. Или он с Волгограда. Он с Волгограда. Ну что, пожелайте ребятам удачи, я не знаю, на фестивале. Удачи, пацаны. Пацаны, болеем, кашляем за вас. Очень любим. Удачи. И волновались, как сами выступали, честно. Сидел, подпрыгивал. Парад закончился, началось гала-шоу, народ все еще рассаживается. То, ради чего мы готовились и ждали целый год. А вот идет и Анечка, а за ней и мистер Мотобош. Hello, Mr. Мотобош. Few words. You happy with this edition of this year festival? Yes, because it's not easy. It was the third edition in Girona, and Girona don't have tradition to the circus and the festivals. And finally, we have more audience than Figueras. The market, a lot of people, is very interesting for have a place for the third edition to the Circus Ball Market next year. And next year we'll celebrate the 10th anniversary to the festival. Yeah. And this year we have more than 33,000 people in the audience, and everybody is very happy with the quality of the shows. And I'm always happy to be here in your festival and congratulate you with a success, another successful year. We're very proud of you and thanks a lot. Looking forward for the cooperation. Thank you very much for us. Big pleasure. Have a good show. Начинаем. Все, осталось трех. Здесь и сейчас стоят герои фестиваля, ну я считаю, что стоят герои фестиваля. Кирилл Алексеев, Андрюха Беляев, Андрюха научит, акробатика Беляев. Здесь Инстаграм я сейчас хоп собачки поставлю. Ребята, я очень рад, что вы приехали сюда на фестиваль Джирону. Реально от души рад, что вы сюда доехали, показались, показали ваш супер номер. Ребята, скажите, как вам впечатление о фестивале, как вам понравилось, нет? Слушайте, но в принципе фестиваль на высшем уровне, как обычно, как полагается, международный фестиваль. Мне очень понравился. Все организации, и отели, и питание. Питание самое главное. Ребята вроде здесь поправились. За этот фестиваль мы с Кирюхой припрыгались хорошо и прям показываем уже просто топовые прыжки и прыгаем на лайте, как профессионалы. Да, испанские зрители прям очень горячие, намного лучше, громче, чем в России. Это прям явно и сильно заметно. Да, ну начнем с того, что изначально, у нас было мало времени на подготовку к фестивалю, и это все было быстро. И, было маленько непонятно, как будет, но в итоге все получилось хорошо. Мы очень рады нашим выступлениям, нашими хорошими показателями во время выступления на жюри.
Вот, в итоге все получилось хорошо. И спасибо Андрюхе за его опыт акробатический. И благодаря этому опыту я смог, ну, научиться подготовиться к этому номеру. И хотелось бы поблагодарить организаторов этого фестиваля, и, конечно же, Диму Чернова и нашего руководителя Виктора Рощина. Спасибо. Спасибо за такую возможность выступать на таких фестивалях. Это мы очень ценим. Спасибо. Ребята, я считаю, что вы на этом фестивале выступили более чем великолепно. Вы справились с этими всеми трудностями, которые были до и во время фестиваля. Зрителю не нужно знать всех этих деталей, потому что цирк – это такой вид искусства, когда все... Пусть это будет все красиво. Ребят, я вами горжусь, вы большие молодцы, вы преодолели огромные трудности. И самое главное, вы выступили идеально. И сейчас вы пойдете на манеж, на награждение. Но я считаю, что то, что вы сюда приехали, и то, что вы шикарно отработали, это уже большая победа. И что бы там жюри не решило, и что бы там оно там, какие бы баллы они там не поставили, это не стоит того, что вы здесь испытали на этом фестивале. Я вас поздравляю с окончанием конкурсной программы. Отработали супер. Вы молодцы. И выходите сейчас на гала. И кайфуйте этим крутым фестивалем, который называется «Золотой слон Джероне». Ens ha presentat aquests dies un número de barra russa excepcional. Ells representen el circ de la ciutat de Yakutsk. The second silver elephant és per Jean Panrom. Серебро. Я безумно счастлив. Видите? Я очень счастлив. Это первый приз для Jump'n'Roll. Да. Я считаю, это очень круто. Я поздравляю, да. Витек. Спасибо. Спасибо, Диман. Ребята, признаюсь честно, для меня уже фестиваль закончен. Да, трио Посельские, ребята, к сожалению, получили специальный приз, но я верю в ребят, что у них все впереди, и они еще в будущем отыграются. Ребята Jump'n'Roll получили серебро. Я считаю, это достойный приз для ребят. Они выступили шикарно. Ребята, я вами безумно горжусь, вы большие молодцы. Еще раз повторюсь, было очень много трудностей, которые мы преодолели вместе. И я не побоюсь этого слова. Этот приз, я считаю, что Jump'n'Roll посвящает Грише Блашенко, который в душе вместе с нами. Он сейчас лежит в больнице. Но, Гриша, на протяжении всего этого фестиваля ты был с нами морально. И ребята посвящали эти выступления тебе. Гриш, пожалуйста, выздоравливай, и мы все верим, что ты выздоровеешь, и все будет хорошо. Дорогие друзья, мы хотим поблагодарить организаторам фестиваля «Золотой слон Джероне» Джениса Матабоши и Джоана Мампарта, которые любезно согласились помочь нам с такой трагедией, которая случилась с Гришей Блашенко. Они нам позволили поставить бокс для пожертвования, чтобы зрители фестиваля смогли пожертвовать деньги на реабилитацию Гриши. Поэтому еще раз спасибо огромное. И вот спасибо большое Сергею Васильевичу, который только что присоединился и тоже пожертвовал. Спасибо большое.
Гриша, ребята тоже присоединяются. Мы делаем все, что можем, чтобы помочь тебе. Пожалуйста, выздоравливай, возвращайся, мы тебя ждем. Возвращайся на доску, чтобы ты нас снова удивлял так же, как удивлял раньше на доске, да? Да, ребят. Поэтому еще раз спасибо огромное организаторам за то, что позволили нам делать такое благое дело для Гриши Блошенко. Спасибо большое. Спасибо большое. Успешный. Я очень рад за ребят Jump'n'Roll. Они получили свой первый приз наконец-то после многих фестивалей. Они получили серебро на таком престижном фестивале. Трио Посельский, ребята на русской палке, первый раз показали. Я уверен, что в будущем у них будет еще куча призов. Поэтому я очень рад за ребят. Я всех поздравляю с окончанием фестиваля. И вообще, ребят, спасибо огромное, что смотрите мои влоги. Спасибо большое. Я это очень ценю. Ценю ваши лайки. И, ребята, до новых встреч. А я пошел тусоваться, как обычно, и праздновать со своими ребятами.